Какой основной бизнес для тебя сейчас? Это недвижимость, либо сельское хозяйство? Если я иностранцем не работал бы, вообще я недвижимостью не занимался бы. Это самое выгодное вложение. Почему? Потому что они сейчас боятся выкладывать деньги в банки. Завтра что будет неизвестно, они сами это мне говорят. И потому что недвижимость выкладываешь, все равно она есть. Никуда не уходит, правильно? Поэтому они покупают. Сколько стоил метр квадратный 13 лет назад в евро? У нас уже 85% покупают люди онлайн. Еще хочу отметить, много людей не знают, то есть площадь по-другому считается. Пока я гулял, я увидел огромное количество агентств недвижимости. 600 официальных компаний в Алании. Это 600 официальных компаний. Есть еще черные. Риэлтор черный тоже есть. Мирабашечки, друзья, мы с вами находимся в Турции на Средиземноморском побережье в городе Аланья, в 50 метрах от того дома, где я живу, находится море, где я только что совершил утреннюю прогулку. Сюда я прилетел для того, чтобы снять выпуск для своего тревел-канала, чтобы разобраться, как живут здесь люди, почему так много туристов сюда приезжают и здесь остаются, что вообще притягивает, чтобы сюда приехать, жить фрилансе по всему миру, либо остаться здесь для того, чтобы встречать пенсию. Скоро увидите на тревел-канале, не пропустите. Ну а также я решил воспользоваться возможностью и снять интервью с турецким бизнесменом, своим хорошим знакомым, человеком, который занимается здесь недвижимостью в Турции, который в том числе построил вот этот вот дом, продал немереное количество квартир, в том числе у него есть и другие бизнесы, и я знаю, что он сам себя сделал. Ему особо никто не помогал, он начал с нуля и всего добился сам. Уверен, вам будет интересно. Приятного просмотра. Мирабашечки, ваш человек в Турции. Ансамбей, благодарю, что забрал меня. Давай познакомимся. Ребята, знакомьтесь, это мой хороший знакомый в Турции и ваш человек в Турции, Ансамбей. Кстати, бей – это по-турецки уважительно вы, правильно? Вы, да. Типа господин, но не так совсем. Но бей для уважительнее. Кто старше, и может говорить, и на работе можно говорить, уважительнее, да. Ассамбей, расскажи, пожалуйста, какие бизнесы у тебя есть на сегодняшний день, кроме Arbat Homes, это продажа недвижимости здесь, в Турции? У меня фермерское хозяйство есть. Выращиваем фасоль, выращиваем лимон, апельсин, мандарин, абрикосы. Абрикосы уже сейчас сезон, через 2 недели будем собираться. Потом шелковицы, рис. Это все в Мерсине у нас, перегород Селивке. Какой основной бизнес для тебя сейчас? Это недвижимость, либо сельское хозяйство? Недвижимость. Уже я 13 лет на рынке. До этого ничего не знал, потому что я от этого тоже удовольствие получаю. Не просто так. Мы вообще недвижимость не продаем. Мы жизнь меняем. Счастье предлагаю. Правда? Из разных стран люди приезжают и покупают, потом жизнь совсем другие у них. Если я иностранцем не работал бы, вообще я недвижимостью не занимался бы. Мы сейчас приедем к тебе в офис, правильно? Едем в офис? Да, да, сейчас это оба район. И поедем в офис. Но Бишкек – это моя вторая родина, я сейчас так говорю. Почему? Потому что я открывал свои жизни глаза там. Я до Бишкека ничего не знал, сельский, простой сельский человек был. Я там жил у бабушки, у дедушки. Очень-очень тяжело жили. Где-то даже иногда хлеб не нашли кушать. Но я об этом никогда не жалею и не жалуюсь, что так ты жил. Просто жизнь учил меня много что-то. Вообще школа или университет учить это тоже иногда кому-то не помогает. Вообще жизнь надо учить, жизнь сам, надо жить так, именно в жизнь попасть. Тяжело надо жить, так-то все человек может учить. Вот, потом в отеле работал после Бишкека, в Москве 2 зимы жил. Опыт, большой опыт в самом деле. Теперь вот этот опыт и все я использую для своего бизнеса. Ассамбей, мы у тебя в офисе, по сложившимся обстоятельствам сейчас турки должны сидеть дома, поэтому в офисе никого нет. Но я бывал здесь у тебя, и у тебя здесь все забито?
Все забито сотрудниками. Мало того, я помню, что здесь на улице внизу стоит стол, где ты поешь чаем, кофе своих клиентов постоянно. Мы на офисе пьем, кушаем, как-то офис открыт. Да. Постоянно это делаете. Скажи, пожалуйста, как тебе пришла идея начать продавать недвижимость, вся эта история? Как-то работал в отеле в Белеке. Работал, в Сиде работал, в Кемере и Анталии работал. Мне предлагали сюда приехать, жить и работать в других компаниях. Хорошая, большая компания тоже. Потом я начал у них работать и через год почти ушел. В некоторые моменты уже я без работы ходил, гулял и просто отдыхал на пляже. Загорал, молоко продал, молочный человек называли меня. В тот момент у меня сын родился, Эмир. Только что. И я молоком занимался, немножко молоко принес на пляже и познакомился. Одна хорошая семья, они мне помогали фирму открывать. Я до сих пор им благодарю. По-другому у меня возможность не было. У меня копейки, никакие деньги не было. Они мне помогали просто фирму открывать. Они тебе деньги дали? Дали деньги, 18 тысяч евро, чтобы я офис открывал. Официальный мебель купил, машина купить. И потом я им возвращал через 9 месяцев, было, наверное, через 10 месяцев я им возвращал побольше. Но они не ожидали, что я буду возвращать. Даже они отказывали, что это деньги. Не надо, я все равно отдал. Давай вернемся 13 лет назад. Тогда точно так же было популярно, не то что популярно, а привлекательно жить в Турции и в Алании? Либо сейчас этот спрос вырос больше? В тот момент только что начали русские приезжать, купить недвижимость. Здесь тоже не было такой много вариантов, альтернативы не было в Алании. Стройка мало была. И предложений мало было, и русскоязычные начали переезжать. Много людей не знали даже, как правильно купить недвижимость в Турции, в Алании. Процедуры не знали. Даже много людей не знали, возможно, купить или нет. Такой закон есть или нет. Мы это все рекламировали. На выставке ездили, семинар делали в Москве, Санкт-Петербург, Киев, Одесса, Днепр, потом Алматы, Астана, Нур-Султане. Семинар делали, мы рекламировали, что есть возможность купить недвижимость. Потому что они не знали, в тот момент закон уже вышел. Сколько квартир, как ты думаешь, продавалось не только тобой, а всеми 13 лет назад? И сколько продается сейчас? 13 лет назад было, даже с улицы люди заходили, купили. Я на пляже продал, я пьяный человек продал среди дома. Он понимает, соображает, но он купил, следующий день уже меня позвал, звонит, купил, говорит, я думаю, что он пьяный, не будет покупать, просто болтал. Но он следующий день позвонил, купил. 13 лет назад совсем другой рынок был. Люди купили очень быстро, купили 5, 6, 10 квартир. И сейчас тот момент жизнь тоже другой был. А сейчас столько много проблем есть. Каждый сомневается, куда можно выкладывать деньги. Банк или недвижимость. Болгария или Испания, Турция или куда. Везде сейчас проблемы, правда. В тот момент более люди свободны были. Они более решительные. Более решительные были, они свободны были, они курс меньше был. А сейчас евро, доллар, уже курс другой. И в тот момент больше купили. Много из этого много причин есть. Но сейчас тоже, тоже много покупают. Некоторые уже большинство людей покупают на стадии стройка. На стадии стройка более дешевле. Они вкладывают деньги. Это самое выгодное вложение. Покупают в Турцию, покупают в Аланию, покупают в Мерсине. Почему? Потому что они сейчас боятся выкладывать деньги в банке. Завтра что будет неизвестно, они сами это мне говорят. И потому что недвижимость выкладываешь, все равно она есть, никуда не уходит, правильно? Поэтому они покупают. Алания очень привлекательный город, это лечебный город, чистая экология. Здесь натуральные овощи, фрукты, вот это соленое море, Средиземное море, солнце, 300 дней, это все это нужно. Дорого или дешево, это не имеет значения, все равно люди покупают. Онлайн покупают, даже уже не приезжают они.
У нас уже 85% покупают люди онлайн. Сколько стоил метр квадратный 13 лет назад в евро? И сколько он стоит в среднем сейчас в Алане? Одна и та же квартира, например, в Махмутларе. Угу. Я уже, наверное, это говорил. Здесь метраж не считается, застройщики, никто не считается. Бывает иногда маленькая квартира дорого, чем большая квартира. Здесь полностью, вот это Средиземное море, возле моря, всегда вид. И метраж, площадь вообще не считается. Не считается. Люди заходят, как-то даже застройщики какой-то земельный участок покупают, они смотрят, вид куда смотрят, пятый этаж куда будет смотреть, какой балкон, какой вид будет. Здесь продается вид, здесь продается место расположения, здесь продается инфраструктура, продается качество. Здесь раньше застройщики больше площадь построили, планировка большая была, а сейчас... Если вы обратили внимание, меньше площадь теперь, 1+1 больше. Почему? Потому что здесь больше люди переезжают, они как-то балкон выходят, чтобы панорамный вид на море, гору была, открытый была, хорошо продувало. Это хотят, они не хотят, чтобы большая квартира была. Большинство людей покупают как дача, чтобы лето отдыхали, либо некоторые покупают 1+1 для сдачи аренды. Поэтому здесь... Метраж площадь вообще не считается. Еще хочу отметить, много людей не знают, в Турции площадь по-другому считается. У вас только вот это живые помещения, да, где живет, используют это место считается. У нас не такое, у нас с балконом, у нас колонном, вот эта колонна считается. У нас снаружи считается, у нас перехожая считается. Это законно, все законно. Поэтому как-то мы говорим, 120 квадратный метр, оттуда надо 25 квадратных убирать, где-то 20 квадратных метров убирать надо, чтобы живые площадь понимать. Насколько сложно тебе было, по сути, в одиночку, имея 18 тысяч евро той семьи, которая тебе помогла, развивать этот бизнес с нуля? С какими сложностями ты сталкивался и как ты их преодолевал? Я днем ночью работал, никто не знает, сейчас середине ночи, 3 часа я клиентов встречал в аэропорту. До 11 я закрывал дверь, там внутри сайтом занимался, работал днем, ночью, потому что у меня другой альтернативы не было. Я буду либо успешный человек, либо успешный человек. Другой альтернативы у меня не было. Один работал 3-4 месяца, потом 4 месяца я один сотрудник набрал. Я сам, как-то уже гости или клиенты пришел, чай сам готовил, убирал сам в своей офисе. И сам себе работал. Слава Богу, в тот момент рынок был активный, хорошо. И уже через 2-3 недели уже пошли продажи. У тебя здесь три офиса. То есть ты базируешься в Алании, но продаешь в основном регион Алания, все вокруг Алании и Мерсин, правильно? Да, правильно. Я пока гулял здесь по району Махмутлар, который, ну, по сути, это, как ты говоришь, вторая Москва, либо я это говорю, здесь каждый третий говорит по-русски точно. Да, да, да. Вот, здесь очень много русскоговорящих, украиномовных живет, очень популярный район, и, в принципе, здесь, наверное, самая дешевая недвижимость на сегодняшний день. Да, в Алане самая дешевая недвижимость, или разный кошелек можно найти в районе Махмутлара, здесь дешевая Махмутлара. Вот, и пока я гулял, я увидел огромное количество агентств недвижимости. Огромное. Но вот в каждом доме. Через в каждом доме. Их, мне кажется, здесь не десятки, их сотни, правильно? 600 официальных компаний в Алане. Это 600 официальных компаний. Есть еще черный. Риэлтор черный тоже есть. Сколько из этих 600 ориентируется на русскоговорящую аудиторию? Какой процент? 40% это 40%. Русские, да, 40%. Все остальные 60%. Кто здесь еще покупает недвижимость? Европа, Иран, арабы, афганы покупают. Давай, ко мне домой на чай. Турецкие, натуральные, свечи, чай. Я своими руками готовлю тебе. А гюздюмы умеешь готовить? Гюздюмы умею, но пока... Не могу, дома нету. Я очень люблю чай с гюздюмой вместе. Асамбей, скажи, пожалуйста, какие наиболее привлекательные районы на сегодняшний день для покупки недвижимости в Турции? Потому что есть Бодрум, Измир, Фетхие, Анталия, Алания, Мерсин. По статистике я часто слежу,
Сейчас последние статистики, в первую очередь, больше всего покупают люди, иностранцы, это Стамбул. Это там арабы покупают, иранцы покупают для бизнеса. А потом Анталия, Алания идет. Если рассматривать вообще регионы, самая дорогая недвижимость, я так понимаю, в Стамбуле, верно? Самая дорогая, да, в Стамбуле. Потом Бодрум, наверное. Бодрум очень дорого, там очень богатые англичане и турки тоже сами там покупают из Стамбула, туда едут. Но это изначально всегда так было. Бодрум, Фетье, Кемер, всегда дорого и всегда там люди купили. Просто люди не знали Алания раньше, что такое. Это мы как афишировали, мы это все рекламировали. Потом люди сейчас только что узнают, что такое город Мерсин. Мерсин тоже через 2-3 года совсем другой сцена будет. Это просто не раскручен пока, поэтому такая сцена. Это нормально. Алания я своими глазами видел последние 8 лет, как развивался. Алания – это самая теплая точка в Турции. Здесь фабрика нету. Здесь тепло, море чистое. Люди сюда приезжают именно для здоровья. Здесь, кто приезжает, они все говорят, что мы здесь себе совсем по-другому чувствуем. Не как в Москве, не как Алматы чувствуем. Здесь совсем другой, климат другой. 300 дней солнце. Поэтому больше люди приезжают, это пенсионеры. Пенсионеры приезжают. И, конечно, как-то сюда приезжают, районы есть. Районы друг друга отличаются очень быстро. Район Махмутлар другой, район Клеопатра оба, Тосмур, Газ, Паша совсем другой. Для консультации, поэтому надо к нам обращаться, да. Как-то люди к нам обращаются, я лично сам спрашиваю, для чего хотите, для себя или для сдачи аренды, для инвестиций. Я это спрашиваю, конечно, потому что для аренды подход другой, для себя это другой. Еще спрашиваем, конечно, какой бюджет, потому что здесь вариант очень много. И от и до все есть. Поэтому, если для сдачи аренды покупаете, конечно, это другой уже. Нужна инфраструктура, такой комплекс нужно. Нужно месторасположение. Нужно, чтобы дом был чистый, хороший, чтобы рядом была аптека, была пекарня, потом продуктовый магазин. Люди как-то снимают, не хотят далеко куда-то идти, что-то искать. Поэтому, если для себя, конечно, это уже спрашиваем, какой бюджет. Потому что некоторые махмутлары, например, не хотят, где много русскоязычных людей, не хотят, почему-то не знаю. Почему? Мне очень нравится махмутлар. Мне это нравится тебе два района. Мне нравится Махмутлар и Клеопатра. Люди разные. Некоторые хотят Клеопатра, например, где песчаный пляж, натуральный пляж, ровный пляж. Некоторые там хотят. Просто разные. Конечно, здесь очень важно, что какой бюджет, сколько у вас денег. Да, от этого зависит. Все от этого зависит. Кто-то хочет первая линия, кто-то вторая линия, кто-то говорит, для меня не важно, бассейн есть, море рядом, бассейн не нужно, говорит, очень разные люди. Поэтому мы спрашиваем, что вам именно конкретно нужно, и как-то они нам рассказывают, мы направляем. Хорошо, какой бы ты район порекомендовал мне, чтобы у меня была квартира, в которую я, возможно, бы сдавал, пока я здесь не живу, но а так в будущем, чтобы я приехал и там, допустим, встретил свою пенсию? Конечно, это либо Оба район, либо Клеопатра район для сдачи, там хорошие сдаются. Конечно, Махмутлар, Кестер, другие районы тоже сдаются, просто доход меньше будет и зима, возможно, не будет сдавать Махмутлары или если крытый бассейн, хамам нету особенно. Потом Клеопатра, если в хорошем комплексе, если богатая инфраструктура, очень хорошо сдаются, потому что центр есть центр, люди хотят в центре жить. Кто арендаторы, они хотят там в центре жить. Вот там они снимают. Это наши статистики. Просто мы тоже еще задаем, как фирма, официальная фирма, мы тоже задаем. У нас это такая статистика просто. Но мы очень активно задаем аренду. Только кто у нас покупает, мы им их квартиры задаем, мы чужую квартиру не сдаем. То есть вы гарантируете сдачу, либо нет? Не гарантии, но
95% задаем, потому что у нас база есть 13 лет на рынке, поэтому огромный большой база. Большинство валюты, которые у нас снимают, это все наши старые клиенты, каждый год снимают. Поэтому по поводу аренды у нас проблемы нету. Сколько из 365 дней в году можно реально сдавать сейчас квартиру? 8 месяцев, в начале апреля, в конце октября. Это можно. 8, здесь 8 месяцев лета, вот уже лето. Вообще аренда не занимались раньше. Это сейчас почему мы занимаемся? Как фирма мы не зарабатываем там. Это не наш бизнес. Просто наши люди, которые у нас кто покупают, чтобы остались довольны. Что это после продажи сервис для компании Arbatoms. Это после продажи сервис. Тогда поговорим про экономику всего этого бизнеса. То есть у тебя есть, я так понимаю, свои объекты, которые ты построил. Это Арбат 1 и Арбат 2, правильно? Да, мы еще застройщик, не только агентство недвижимости. Свой собственный проект есть. Seaside Centrum, это центр города Аланья с видом на море. Потом самый близкий комплекс до моря, 50-100 метров с видом на море. Центр города такой проект нет. И еще второй проект, оба. Вообще оба первые, просто в обе тоже. Оба Life Suite. Там семейный комплекс, большая площадь, свой собственный гараж есть, потом есть каждая квартира своя кладовка. Качество хорошо, система умный дом, отделка качества отлично. Кто купил, кто сейчас в данный момент там живут, все довольны, счастливы. А застройщик формирует какую-то цену. Вы продаете клиенту, сколько вы зарабатываете в процентах либо на одной квартире? У вас есть какая-то там определенная комиссия? Изначально мы сами не знаем, сколько там мы будем зарабатывать, потому что торгуются люди, особенно Казахстан сильно торгуется, например. Люди торгуются просто, они любят торговаться, и скидка просит. Но поэтому мы сами не знаем, иногда бывает 3%, иногда бывает 2%, вот такой разный просто. Последние 5-4 года 10 такого нету, 10% не осталось. А раньше было? Раньше, где вот в 2011 году, в 2010 году, потому что там курс, жизнь другой был, курс евро-доллар маленький, меньше было. Сейчас такого нету. Поделись секретом, сколько вы квартир продали в 2020 году? Главное не количество квартир, главное цена, дорогие проекты продавать. Можешь ты продавать 10 квартир, а если одна вилла или элитный проект продаешь, все. Конечно, в 2020 году у нас прошло очень хорошо, мы продали очень разные проекты, элитные проекты тоже продали, где-то 170 всего. Где-то 170 есть. АСМБ, благодарю тебя, что пригласил на чай в свою квартиру более 200 квадратных метров, я так понимаю. У тебя здесь можно потеряться. С огромным балконом, с видом на море. Здесь у тебя еще теннисные поля, футбольное поле, море вот прямо перед нами. И это какой-то элитный район, правильно? Это центр Аланья, элитный комплекс. Здесь очень быстро все продалось, потому что месторасположение хорошее и богатая инфраструктура. Крытый бассейн, открытый бассейн, все есть. Гараж тоже есть. А мы здесь купили это на стадии стройка уже 3 года назад купили, потому что место хорошее было. Напротив вот открытый панорамный вид на горы и море. Какая разница между в цене на стадии котлована, когда только начинается стройка, либо когда уже квартира готова? Где-то 25-30% разница есть. Потому что как-то уже котлованы, застройщику деньги нужно раскрутить эти деньги. Поэтому дешевле котлованы, они мало зарабатывают. Даже некоторые практически не зарабатывают. Главное, что живые деньги были. А как-то уже второй, третий прайс, три раза дорожает уже третьим прайсом. Уже они зарабатывают там. Бывает такое, что в Турции какие-то объекты не достраиваются, появляются недострои, люди купили квартиру, а квартиру так и не получили. Есть, конечно, бывает, но немного, мало, поэтому всегда нужно, это чужая страна, чужой закон, чужие люди, поэтому всегда нужно официальные, серьезные, крупнейшие компании обращаться, которые давно на рынке, потому что есть много фирм,
Они не только ради деньги работают, для своей репутации. Какие налоги возникают при покупке недвижимости в Турции? Перед покупкой недвижимости, это перед получением ТАПы, 4% от кадастровой стоимости. Потом электроводосчетчик оформляем, все, больше ничего не нужно. В Турции отсутствует понятие квартплата. Есть так называемый айдат, который айдат, зависит от инфраструктуры твоего дома, верно? И он составляет где-то от 5 до 50 евро в месяц. В среднем 25-30 евро платится в месяц этого айдата. Айдат зависит от инфраструктуры и зависит от количества квартир. Если в комплексе есть 180 квартир, другой айдат, как-то уже в комплексе есть 40 квартир, другой айдат. Если в комплексе есть крытый бассейн, хамам, сауна, гараж, другой айдат. Чем меньше инфраструктура, и меньше айдат. Поэтому айдат все зависит. Конечно, еще зависит от жителей. Жители каждый год один раз, два раза собираются, собрание делают. Они, возможно, они уменьшают. Некоторые, например, крытый бассейн, они имеют право закрывать. Давайте в этом году не закроем, экономим. Жители тоже много вопросов решают. В 2021 году поменялись правила получения вида на жительство. Теперь для вида на жительство ты можешь не только покупать квартиру с соответствующими документами, идти это все оформлять, ты также можешь арендовать квартиру и получать вид на жительство, правильно? Да. Вид на жительство в 2021 году в Турции позволяет тебе находиться на протяжении всего года в Турции. Он не позволяет тебе официально работать, но ты можешь подаваться на разрешение на работу. Да. Вид на жительство позволяет тебе открывать свой бизнес здесь достаточно легко. При этом я понимаю, что все-таки нашим мужчинам здесь работу найти сложновато. Верно? Да. Вид на жительство, что такое? В первую очередь это надо знать. Иногда люди путаются вид на жительство и гражданство. В чем они разница? Вид на жительство дает только находиться территорию Турции. Больше ничего не дает. Работу не дает. Иногда люди пытаются, что работу дает. Нет. Работу и рабочий визе это совсем другое. Вид на жительство после получения ТАПу любой человек имеет право вид на жительство получить. Как-то уже покупает недвижимость. Аренда тоже можно получить. Но это не один раз, не второй, не третий раз уже получают через аренду. Поэтому люди, если именно кто захочет здесь жить постоянно, какой-то дешево даже какую-то недвижимость покупает и вид на жительство получает. Как открыть бизнес здесь свой? Как открыть бизнес? Иностранцы имеют право открывать бизнес здесь, конечно. Но очень важно, что закону надо знать. Люди думают, что как откроют, иногда сразу будет все хорошо. Нет. Есть некоторые люди, здесь уже открывали ресторан, кафе. Они потом закрывали, потому что здесь надо знать очень хорошо, именно какой бизнес работает. Потому что рестораны здесь больше ходят местные люди вокруг общения. Да? И иностранцы тоже интересуют именно турецкой кухней, туда ходят. Поэтому здесь именно Алания, если про Аланию говорим, здесь больше работают туризм, отель, стройка, недвижимость. Скажи, пожалуйста, как вы свой бизнес продвигаете, откуда лучше всего узнают о вас клиенты? Я знаю, у тебя есть Instagram Rabat Homes, у тебя есть YouTube-канал, который ты активно ведешь. Откуда чаще всего приходят клиенты, новые клиенты? Большое всего у нас клиенты через YouTube. Через YouTube переходят, они давно на меня смотрят, я уже 5 лет YouTube-канал занимаюсь, открывал свой канал 5 лет назад случайно, просто жизни, что угодно, все снимал, я апартамент вообще недвижимость не снимал, просто после этого у меня начал уже людям звонить, позвонить, и я мотивацию получил, уже другие ролики начал снимать, снимали, теперь у нас где-то 63 тысячи подписчики активно, и много людей через YouTube обращаются. Остальные, сарафанное радио есть, очень много людей, которые раньше купили, они рекомендуют друг друга. Я уже даже не знаю, кто кому рекомендует нас. Переходят к нам люди, а вас рекомендовали, мы хотим у вас купить. Сарафанное радио работает очень хорошо. Потом вот Instagram, сказали, Instagram работает. Но уже как-то давно на рынке, 13 лет, люди сами
через кого-то найдут. А если бы я хотел открыть здесь, в Алании, либо в Анталии, похожее агентство и начать заниматься недвижимостью? У вас тут 600 агентств только в Алании, и это только официальных. Неофициальных еще, наверное, столько же точно. Еще больше. Что мне нужно для этого сделать? Если агентство открывать? Да. У меня бы получилось открыть агентство и продавать недвижимость в Турции, либо в любом другом месте? Первое время, конечно, может быть, тяжело будет, что откроют бизнес, офис, самое главное не открывать, самое главное не какое-то помещение найти, чтобы там стол, компьютер купить, открывать, там сидеть нет. Есть много людей, 600 агентств говорим, но из них только 4-5, может быть 6 компаний успешнее. Представляете, от такого количества компаний, фирма, они все не зарабатывают, все просто они откроют каждый месяц, если каждые 2-3 месяца одну квартиру продают, так живут. Вот мы, как Арбатомс, очень активно работаем, едем за границу, Казахстан, Россия, Украина, семинар делаем, потом очень много за рекламу тратим деньги. Просто если вы откроете бизнес, агентство здесь, самое главное дальше, как это вести. И надо знать просто, опыт надо получать сначала, потому что есть много секретов, есть много нюансов, которые люди не знают, это не видят. Сколько денег на рекламу вы тратите в месяц? 10, где-то 12 тысяч долларов. А сколько можно иметь возвратные инвестиции, ROI, в год, если купить квартиру и здесь ее сдавать? 6-7%. Но никто не гарантирует, что будет тебе сдавать. То есть, если я купил квартиру и хочу ее сдавать, как мне этим заниматься? Отдать кому-то, либо лучше самому? Все равно, как физический лист, вы не имеете права сдаваться. Официальная фирма имеет право сдавать. Год где-то среднее 6-7% можно зарабатывать. Ну, конечно, это зависит все от комплекса, от месторасположения. Я просто, это наша практика, наша статистика, это, например, район Клеопатра, центр, вот такой статистика. А как-то Махмутлар, как-то уже Тосмур, Кестел, другой статистика будет, это общая просто статистика. Фирма имеет право, если документы есть, разрешение есть, фирма имеет право сдавать. У нас есть только два менеджера, например, встречает, размещает, там все проверяет, что есть, сколько вилка, сколько ложка, сколько полотенца, это все заранее чистит, убирает, и электросчетчик, водосчетчик считает, и перед отъездом тоже так же подъезжает, проверяет, все на месте, или что-то испортили или нет, все проверяет. Потом она провожает хозяину деньги, либо отправляем, либо здесь держим, как-то они приезжают, владелец собирает свои деньги. Какие бы ты советы дал себе 13 лет назад, молодому предпринимателю, только начинающему Асыму? Асыму Баштугу. Асым Баштуг. Асым Баштуг. Какие советы ты хочешь ему дать? Если честно, я ни о чем не жалею, что своя ошибка тоже я спокойно отношусь. Есть некоторые люди все же неплохо поступили вот в такое время, когда я начал развиваться. Я тоже прошу. Прощаю. И за работу я со семьей, дети меньше времени проводил. Поэтому хотел бы больше с ними, больше времени проводить. Я именно об этом немножко жалею. Я тебя понимаю и благодарю тебя, и желаю тебе проводить больше времени с семьей и добрых клиентов, отличных сотрудников, и беги к семье. Спасибо. Благодарю. Спасибо. Друзья, заканчиваю это видео здесь на балкончике в центре Алании. Скажу вам честно, давно рассматриваю возможность поехать сюда пожить. Вот непосредственно в Аланию либо в Анталию, но Алания будет подешевле по стоимости жизни, по стоимости аренды недвижимости, даже покупки недвижимости. И я снял видео для travel-канала, могу сказать, что очень много наших живет здесь в Алании, которые не работают в Турции, а которые фрилансят по всему миру, потому что стоимость аренды жилья здесь вообще невысокая, стоимость жизни здесь дешевле жить, например, чем в Киеве гораздо, плюс у тебя более 300 солнечных дней в году, длинный купальный сезон, но в общем плюсов здесь более чем. Минусы, наверное, тоже есть, но плюсов очень много. Поэтому, если вы заинтересованы жить здесь, приедьте, попробуйте, посмотрите, возможно, это ваше направление. Если вы фрилансите и хотите здесь жить, тоже приезжайте. Если вы хотите просто фрилансить, ну,
фрилансе себе, если вам нужны знания в маркетинге, приходите ко мне на курс по интернет-маркетингу. И да, если вам понравилось видео, а я правда очень стараюсь всегда, потому что делаю всегда как для себя. Не все получается, как хочется, честно, но всегда очень стараюсь. Ну, говорите, Андрей, благодарю, жмите лайк, делитесь, подписывайтесь, потому что, поверьте, снимать видео – это такой труд, ну это реально такой труд. Вот, все, всех благодарю и по-турецки пока-пока, это гюле-гюле. А там у меня красная чечевица, я ее замочил водой, сейчас буду готовить к себе мерчемек чорбаси. Мерчемек – это чечевица, чорбаси – это суп, и буду готовить себе чечевичный суп. Да, приятного мне аппетита. Теперь точно пока-пока. Все равно. Нас видно. Но... Нас видно? Конечно, смотри, видно же. Видно, видно. Но не очень. Ну, конечно, мы же на балконе против света. Наверное, монтаж как-то. Там это же бизнес. Бизнес это я и ты. Там мало деталей. В основном мы с тобой. Поехали чай пить. Нормально сейчас. Отлично.